Польза разгрузочных дней. О разгрузочных днях слышала каждая девушка, которая следит за своей фигурой. На первый взгляд, особой пользы от этого нет, но как бы не так. Разгрузочные дни рекомендуется проводить всем без исключения. Так, в чем же заключается польза таких дней? В чем заключается польза разгрузочных дней и отсутствие вреда? Диета – это способ избавиться от приличного количества лишнего веса за небольшой промежуток времени. Когда вы худеете за счет данного метода, организм испытывает достаточно сильный стресс, что пагубно может отразиться на состоянии общего здоровья. При помощи разгрузочных дней можно сбросить лишние килограммы абсолютно без вреда, так как они будут уходить постепенно, что не помешает нормальной работе всего организма. Для этого достаточно один день из недели уделять такой разгрузке. Благодаря такому методу, вы плавно вернете тело в норму. Прилив уверенности. Как бы это странно ни звучало, но срывы с диет со временем могут пошатнуть уверенность в своих силах. Не допускать подобных срывов сложно, так как ограничивать себя постоянно практически невозможно, да и не нужно. В этом плане разгрузочные дни хороши тем, что нужно продержаться всего лишь 24 часа. Согласитесь, что ограничить себя на один день в еде способен каждый. Со временем разгрузочные дни не только не разрушат вашу уверенность, но и значительно ее повысят. Через 1,5-2 месяца вы привыкнете к данным ограничениям и с легкостью будете их соблюдать. Отпуск для пищеварительной системы. Согласитесь, что работать без отдыха очень сложно. Именно поэтому были придуманы отпуска. А теперь представьте, каково нашему организму работать без перерывов. Ему приходится постоянно переваривать и усваивать достаточно большое количество пищи. Иными словами, пищеварительная система работает на износ. Чтобы в ее работе не было сбоев, необходимо устраивать ей своеобразный отпуск, разгрузочные дни. Благодаря такому отдыху кишечника и пищеварительного тракта повысится работоспособность, которая положительно скажется на выводе шлаков и токсинов. Результаты будут видны на вашей коже, она станет чистой и здоровой. Разновидность разгрузочных дней – на сыре, на кефире, на яблоках. Если вы всерьез рассматриваете разгрузочные дни как способ похудеть, то должны пересмотреть свой рацион. В противном случае ваш вес будет то повышаться, то понижаться. Иначе говоря, пользы не будет. Для достижения максимального результата нужно начать заниматься спортом. Особых противопоказаний к разгрузочным дням нет. Единственное, что нужно учесть, это правильно выбирать продукты для подобной разгрузки.